Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик. На первом видосе вы довольно-таки быстро по троллингу на голдах набрали 50 лайкосов. Я решил записать следующую серию данной рубрики. Сейчас меня уже тут пытаются слить. Давайте чуть-чуть откатимся. Чуть-чуть задамажим. И скинем, в принципе, первый золотой ящичек. Первый голдецкий у нас уже полетел. Со мной сегодня на голосе будет Тёмик. Все вы его знаете, кто смотрит, ребятки, стримы. Поздоровался. Да, всем привет. Где у нас слева голдецкий? На мосту. Слева на мосту. Слева на мосту, слева на мосту. Блин, по кому-нибудь бы свестись, было бы очень-таки четко, аппетитно. Опачки, как раз там Хорио Фризик едет, свожусь, давай. Ай, очень поздно у нас это получилось сделать. Первый голдецкий уже у нас пошел. Давайте немножко выдержим такую паузу, посмотрим, где вообще все танки, никого не видно. Давайте сразу тогда еще один голдецкий забрасываем. Скинем сегодня где-то около 10 золотых, я думаю, будет нормально. В первом видосике я покатал в двух картах. Сегодня постараемся... Ой, сори, Тём. Постараемся сыграть вот такую одну. Задержаться на джаггере. И вон голдецкий падает. Давайте, ребят, давайте сводимся. Хороший урон залетает. Ах, блин, давай. Ах, не слил еще двоих. Можно было тоже слить. Но чуть-чуть не повезло в этом моментике. Ну, в принципе, неплохой урон, где-то 3-4 танка я убрал, и это, в принципе, уже неплохое начало. Первых два голда у нас уже есть, чуть-чуть покатаем, так, по мне уже фокус какой-то начинается. Ну и давайте сбрасываем третий золотой ящичек, третий голдецкий у нас пошел, где у нас золотой, блин, рядом со мной что-то голдов, ребят, нету, очень печально, что рядом со мной их нету. О, нет, я набрал, пацаны, вот рядом со мной голдецкий. Давайте. Вот это... Блин, пацика хотел слить. Блин. Ну и даже сводиться, ребят, не по кому. Просто подъезжаю, просто спокойно могу даже сам забрать голдецкий. Я хотел свестись, но даже сводиться по некому. Все пацаны что-то там где-то мутятся. Лазят. Чё, Тёмик, не базаришь? Хоть сказал бы, где голды, ёма, чё ты молчишь? Так я не вижу. Ладно, ребят, давайте следующий голдецкий забрасываем. Шап по мне целится, хочет слить. Собака. Ладно, убираем его. Где у нас золотой ящичек? Вижу точечку. Довольно-таки неплохая точка. Тём, давай я под голд, я тебя... А, давай, по шафту свожусь. Давай, шафтик. Блин, сука, зараза. Она откинул. А, по тебе, блин, дал. Сука, ну слабовато, если честно. 5 где-то золотых уже скинул, но что-то как-то пока такого жесткого фокуса не получается замутить. Давайте, ребят, наберем на этом видосике хотя бы 70 лайкосов для новой серии. Если вы так 50 лайков буквально за первых где-то 7 часов после того, как я выпустил видео, набрали, то я думаю, для вас набрать 70 лайкосов не составит большого труда. Ну а я пока скину следующий золотой ящичек. Думаю, что меня уже сейчас никто не сольет. Где голдик, Тёмик, не видишь? Вон в центре почище. В центре шаф по мне целится. Зараза. Блин, в центре, да? Ага, вижу точку. Свожусь по молоту, давайте, сводочка пошла, молоточек отлетает, ну, очень рано, наверное, я свожусь, надо было чуть-чуть попозже это все дело делать. Блин, парень прожимает нарочку, это, конечно, печально. Давайте чуть-чуть сейчас сюда куда-то откатимся. Ой, блин, фриз, стой, не надо меня морозить. Давайте, ребят, следующий голдецкий. Не знаю, я сбился со счета какой-то гол, Тём, не помнишь? Пятый, наверное. Пятый? Я думал, что-то я больше скинул. Ну ладно. Тёмик говорит, пятый, так пятый. Где голдецкий? Точку вижу. Хорошая точечка. Голдецкий уже падает у нас очень низко. Давайте сводимся по этому викинга Громику. Давай. Ну почему так мало урона-то залетает? Почему так мало урона? Пока держимся. Это очень-таки хорошо. Голдецкий следующий у нас, ребятки, уже берет свое начало. Тём, сори. Что я тебе задамажил? Где у нас золотой? Золотого где-то, не видно. Где-то с той стороны, походу. А, вон. Ага, вижу, блин. Да, ну, карта может быть не очень удачная для золотых ящичков. Опачки, по диктатору, давай. О! А, его слили. Кого-то с-под голда слил прям. Блин, жесть. И там голд лежит на мандек. Парень забирает только сейчас золотой ящичек. Ну давайте немножко сделаем перерывчик, чуть-чуть покатаем. Киллов тоже у меня не получается довольно большое количество набить. Напишите, ребят, в комментарии, на какой карте стоит вообще записать следующую рубрику. Пару карт напишите, все-таки сами понимаете, что это рандомная ММ-ка. И не всегда получается. Вот в первой
первом видосе, в первой серии. Хорошо, мне очень понравилось фокусить на Соликамске. Я думаю, если бы я бы сыграл на Джаггере, не знаю, на какой-нибудь платошке, но на платошку у нас, кстати, не бросает, или там пусть будет сандал какой-нибудь, я думаю, там можно было бы очень жестко зафокусить. Так, ладно, давайте, ребят, следующий голдик скидываем. Где у нас голдецкий, 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 голдецкий. Не вижу голдеца. Где-то с той стороны, снова. Опять с той стороны, говорит Тёма, голдик. Блин, меня опять на фокусит. Мосту. О, мост, мост, хорошая точка. Вика Твинс подъезжает, давай. Давай, 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 давай. Должен давай. Кинуть. Давай, 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 хорошо, хорошо. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Хорошо залетело-то как залетело, пацаны, где-то. 4-5 танка я вслил, не будем говорить за больше, но 4-5 танков там точно было. 2,5 минуты до конца боя, неплохо, неплохо. Еще пару голдецов, я думаю, точно можно будет сюда закинуть. Сейчас чуть-чуть покатаемся, чуть-чуть внимание надо убрать от себя. То пацаны начинают меня уже жестко прессовать. Надо задержаться еще на 2 минуты хотя бы на джаггернауте до конца данного боя. Так, шаф что-то меня там хочет отфокусить, собака. Ну, по мне стрелять не надо. Нарез. Так, давайте, следующий голдецкий. Следующий голдецкий уже берет свое начало. Давайте, где у нас золотишко? А, вон, в центре. Золотишко. Ага, на меня все сцесси. Вижу, вижу, вижу. По таймингам сцесси на меня. Давай, Тёмыч. По тебе свожусь. Ну, это говно тайминг. Очень, да, она, очень. Давай, давай, еще разок. Еще разок, пожалуйста, ну. Пофиг, что после голда, но я унес все равно 4 танка. Где-то 10 голдов у нас точно уже упало, даже больше, я думаю. Поэтому это очень-таки круто. Я думаю, вам стоит поставить лайкосик прямо сейчас, если вы еще до сих пор его не поставили. Подписаться на канал, если не подписаны. 50 киллов я набил. Ну и думаю, давайте последний голдецкий у нас в 30 секунд, да? Последний голд можно бросать до 30... По... Ну, после, короче, 30 уже нельзя бросать, да, Тём? Да. Ага, значит, где-то в минуту, может, чуть поменьше, сбросим последний золотой ящичек. И я думаю, вот такая вот у нас серия получится. Я думаю, она вам понравится, вы напишите по поводу нее. Также, ребят, оставляйте свои комментарии. По вашим комментариям мы выберем тоже победителя на промокодик. Ну, а победитель предыдущего ролика у нас уже в описании. Так что чекайте, кто у нас выиграл. Если ты выиграл, то отпиши мне в ВК-личку за промокодиком. Так, ну что, 45 секунд до конца. Сейчас мы уже будем скидывать последний золотой ящичек. Так, 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 так. Давайте скидываем. Блин, не могу скинуть. Чё? Сука! Не могу скинуть гол. Почему? Раньше же было 30 секунд до конца, можно было еще бросать золотой. А почему так? Жесть. Короче, ребят, меня обломали. Просто обломали. Ну вот так вот печально обломался я на голд, хотел я скинуть еще один, еще жестко зафокусить. Ну давайте тогда без голда просто вот по этим двум пацанам. А, один отъезжает. Ну блин, хотел... А, все равно двоих ребят унес. Блин, ну печально, печально в этом плане. Что-то я переждал, если честно, в этом моментике. Карта, конечно, ну не такая сверхудачная, но какая-то вот такая она у нас сегодня получилась. Спасибо, ребят, всем, кто смотрел данное видео. Подписывайтесь на канал, повторюсь, кто еще, ребят, не подписан. Ставьте лайкосик данному ролику. Также, ребят, подписывайтесь на группу ВК, ссылочка на нее будет в описании. И участвуйте в масштабном конкурсе, который у нас там тоже имеется. Ну, а на этом все, ребят. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и пока. Пока.